инструкция. При въезде на границе, ну или после, на любой заправке Чехии, надо обязательно купить вот такую штуку. И наклеить вот ее вот так в правый угол. Чтобы было видно. На этой штуке, на заправке, попросить, чтобы пробили дату текущую. Тут вот есть дырочка, месяц и число. То есть женщина, которая будет продавать, она пробьет дырочки. С какого числа она будет действительно. Эти штуки есть на платной дороге. Здесь в основном основная трасса до Остравы платная, с Польши, если не объезжать. Но лучше по ней ехать, потому что она хорошая. И тем более придется ездить там где-то по местам. Тут надо, чтобы была эта штука. Она продается либо на 10 дней, либо на месяц. Либо, как у меня, она на год. Вот как она выглядит на год. Но у меня нету дырочек, потому что она реально просто на год. Если была месячная, надо было дырочки поставить. Вот на этой штуке пишется номер машины. И на этой тоже такой же, повторяется. Потом вот этот кусочек отрывается полностью вот так. Да? И аккуратно, аккуратно, вот здесь надо раз снять, чтобы никакие тут штучки не оторвались. Они очень тут бывают порезаны, чтобы люди не переклеивали с одной машины на другую. То есть надо аккуратно вот это вот склеить, вот этот квадратик, ну, он тут должен. Он очень трудно, иногда бывает непонятно как, но надо постараться, он расслаивается. Этот слой снимается и клеится вот сюда, в правый нижний угол, это обязательно. Все.